Ситуация на Донбассе контролируемая, несмотря на вчерашнее усиление обстрелов. За прошедшие сутки, 28 декабря, боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. В частности, в районе населенного пункта водяное боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Они также применили беспилотник, который после пересечения линии разграничения украинская сторона остановила. Также неподалеку от Пивденова боевики открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них применили и крупнокалиберные пулеметы. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В частности, возле Чермалика противник также применил стрелковое оружие. В результате чего получил ранение украинский военный, его госпитализировали. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Ск, говорится в сообщении. С начала суток 29 декабря обстрелов не зафиксировано. Ситуация на Донбассе контролируемая. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не будет встречи советников Нормандской четверки по урегулированию на Донбассе. Отметим, с начала 27 декабря в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано 6 случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.